Здравствуйте. Наличие в стране экономического кризиса признают 80% населения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос, проведенный Левада-центром. Если осенью 2014 года 61% респондентов соглашались с тем, что в России есть кризис, то летом этого года уже 82% признавали, что экономика находится в упадке. При этом быстрого завершения кризиса россияне не ждут. 25% респондентов заявили, что он будет очень продолжительным. 21% говорит, что кризис продлится не менее 2 лет. 17% что год или полтора. 4% дают меньшие сроки, 32% не дают конкретных ответов. Несмотря на это, россияне по-прежнему оптимистично настроены в отношении заработных плат. Настроения эти существенно не меняются в последние годы. 49% респондентов уверены, что в ближайшее время не случится задержек заработных плат ни у них, ни у членов их семей. При этом 16% говорят, что они могут произойти в течение ближайших месяцев, если ничего не изменится. 8% в течение нескольких недель. 17% говорят, что задержки зарплат уже происходят. Между тем, безработными в Пермском крае остаются более 75 тысяч человек. Наш регион – лидер по уровню безработицы в Приволжском федеральном округе, сообщает Росстат. По итогам августа 2016 года в Прикамье безработными остаются порядка 75 тысяч человек, или 5,8% от общей численности экономически активного населения. Месяцем ранее этот показатель составлял 6,5%. В целом по России уровень безработицы составляет 5,3%. Стоит отметить, что по официальной статистике Краевого агентства по занятости населения уровень регистрируемой безработицы в Прикамье на середину сентября составляет всего 1,32%. Такой разрыв в цифрах объясняется просто. Все дело в том, что количество безработных в центрах занятости считают на основании обращений граждан, а Росстат высчитывает количество безработных от экономически активного населения. Отсюда и разница. Минфин и Центробанк представили новую систему добровольных пенсионных накоплений. Реформу планируется завершить к 2018 году. Как заявили в Минфине, люди смогут сами выбрать негосударственный пенсионный фонд, которому доверят свои деньги, и туда самостоятельно переводить отчисления от зарплаты. При желании можно будет откладывать на старость значительно больше 6% от заработка, отмечает РБК. По новой системе работодателям больше не надо будет перечислять обязательные страховые взносы на накопительную пенсию. Накопленные деньги можно будет снять раньше времени. За 5 лет до ухода на пенсию можно будет изъять 20% своих накоплений, а в случае болезни забрать всю сумму. Необходимость реформы в Минфине объяснили тем, что люди потеряли доверие к нынешней системе из-за 3-летней заморозки пенсионных накоплений. Пермский аэропорт увеличивает количество авиарейсов в Москву. С 26 сентября пермяки смогут летать в столицу на самолетах авиакомпании «Ямал». Вылеты из Перми 5 раз в неделю, кроме вторника и среды, в 18:00 по местному времени. Самолет будет приземляться в аэропорту Домодедово. Также с 31 октября второй утренний рейс вводит авиакомпания «Победа». Дополнительный рейс будет выполняться 5 раз в неделю, кроме вторника и воскресенья. Время отправления из Пермского аэропорта 7:45 по местному времени, аэропорт прибытия Внуково. Курс доллара по данным Центробанка на 27 сентября составляет 64 рубля 15 копеек, курс евро 72 рубля 6 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах.